номер 1, 48-47. Судья номер 2, 48-47. Судья номер 3, 49-47. Единогласно. Единогласным решением судей одержал победу. Завоевал пояс чемпиона лиги в легчайшем весе. И остался непобежденным Куршет Назаров Синьюга. Наверное, это где-то справедливо, если честно. Мне чуть-чуть это я предпочтение отдавал ему. Я думаю, больше работал первым номером, определенный ущерб нанес. Да, шел вперед постоянно. Да. И... конечно, были эпизоды, их немало было эпизодов, которые забрал Асвад Ахмадов. Ну, вот общую картину боя. Танаш ударов. Да, танаш ударов. Ну, много составляющих. Возможно, пересмотрев этот поединок, мнение поменяется, но вот сейчас оно такое. И вот этот исторический поезд, да, уезжает в Таджикистан, в Среднюю Азию. Славный город Душанбе. С чем, безусловно, поздравляем тренера, тренеров, самого бойца, команды.